Жития святые к святители Дмитрия Ростовского. Месяц юлий. Первый на десять день. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие и успение святые праведные великие княгини российские Ольги, наречение во святом крещении Елены, Баби великого князя Владимира. От рукописных древних четих и летописцев различных собрано и сокрещено. Ольга блаженная, аки денница в земле русистой, темною и долубесья нощью помраченной бывшей, восия пред настатием пресветлого вери святые дни, солнцем Христом просвещаема го. Бяше же та от рода нарочита правнука гостомысли именита мужа, и же прежде князей российских в великом Новеграде начальствуваше, его же советом призван бейсту дворяк на великое российское княжение Рурик с братьею. Роди се же Ольга в веси нарицаемой Выбудской, я же и нейнест близ града Пскова, града же тугово оное время еще не бе. И воспита се от руковица аще в идолопоклонническом нечестии, обаче в добром от честных родителей наказаний. Бяше бозело целомудренна и премудра, яко жабие предлежащее явить слово. Великий князь российский Рурик умирая, остави по себе сына Игоря, в отроческих летих бывшего, его же, яко зело млада, вручи со княжением сроднику своему Олегу до возраста. Олег же собрав воев многих, пойди к Киеву и мы с собой наследника княжения Игора Малого. И убив там Оскольда и Дира, прия Киев в свою область, и бысть единовластитель всех российских стран, хранят то великое княжение Игорю Рюриковичу, племяннику своему. И бяше изначало ово в Киеве, ово же в великом Новеграде управляя державу. А князь Игорь юношеского душе до возраста, в лових упражняше ся. Случи си же ему окрестния града и веси области своя проходящу и ловами утешающу ся, быть и в той стране, и деже ныне суть пределы Пскова града. Там близ предречение веси Выбудские ловит в Удея, озре обону страну реки желанный себе лов, но не можаше реки прийти, понеже не бяше ладии. И помали види некои го юна по реке владийце плувуща, то го к брегу призвав, повеле себе за реку привести. Плувущим же им, возре Игор на лице гребца онаго, и познай яко не юноша, но девица есть. Бяше бота, у ней же нам предлежит слово. Блаженная Ольга, лицем зело прекрасна. И абия от видение ея уязви се сердцем и разгоре се к ней похотью, и нача глаголът и словеса любодейная к скверному смешению прилищающая. Она же разумевши смущение помисля его и похотное разжение, нача к нему не юношеским, но старческим умом пресецая беседу его глаголати, вскую смущаеше се о княже, тщетное помишляя. От словес бо твоих яве с неподобное желание твое, яко поругати се мне хощеши, еже не буди, аз бо сего не слыша тихошту. Но молю тя, Господине, послушай мя и отложи от себе сия нелепое и студное помышление, за няже срамляти се потребно. Воспомени же и размисли в тебе, яко князе си, а князю подобает быть яки светило, всем во образ дел добрых, яко правителю и судей законов человеческих. Ты же в каково ныне впасти хощеше беззаконие, я ще сам будеше творяй злая похотью нечистую побежденный, то как возможеше и на им возбраняти злотворения и судити право в державе твоей. Остави обо таковое твое студное вожделение, им же честни человеци гнушаются, и тебе аще и князи си могут возненавидити и посмевати се студодеянию твоему. Веж же и сие, яко аще едино мезде видиши противо твоя сила и немощно, обаче не одолееше мя. Аз ще же бъй имел от твоего насилувания одолеема бъйти, то абия глубина реки сия защищением не будет. Лучше бо ми ест в чистоте умрети и воду сию имети вместо гроба, нежели девству моему бъйти поругано. Такова я и намножише я от целомудрие словеса, ко Игорю изрече блаженная Ольга. Он же сия слыша, впреди в чувство, и устиде си своего безумия, ничто же противо отвещати му гий. Молчаше, срамляйся, и так у реку приплывши, разлучише ся. И удивляше се княз таковому благоразумию и целомудрию юния девици. Се начаток добър и удивление достоин блаженния Ольги, яко еще неведущи Бога ниже заповеди, го слышавши,
Таков у целомудрии показа подвиг, девственную свою чистоту опасно хранящий, и премудрими словесей от мужеумного смысла износимыми, похотно и свирепствую на го князя укрути и приведет его в чувство. Посемне в долгом времени князь Игор с сродником своим моли гумиде паки в Киев, там ухотяще устроить и престол великого княжения всероссийского, и суделаше тако. Седоше бо княжествовати в Киеве, а во великом нове граде, якоже и в прочих великих русийских градех, наместников своих посаждаху. Бъйсче време великому князю Игорю да сочетается браку, и многим девицам красним избираемо им бывшим, кая бы от них достойна была царского чертога, не возлюбися князю ни едина. Но воспоминув целомудренную и прекрасную Ольгу, абие по нея сродника своего Олега посла и с великою честью приведе оную в Киев, и сочета се ей законным браком. Посем сродники пестом князев Олег умре, и начас сам Игорь единовластитель бъйти во всей земли русийской, и имееше изначала крепкие брани с окрестними народи. Ходи же и на Царьград, и многие греческие страны пленив, и дани на греков наложив, возврати се с корейстью и славою, и живяше прочее в тишине, мир имея со всеми спредельними странами. Роди се же ему от Ольги сын Святослав, и же потом бъйст отец великого князя Владимира. И самодържавствуваше Игор на великом княжении благополучно, престол имея в Киеве. Богатство же ему от всюду течаше преизобилно, ибо и дальние страны и дани и дари многие ему даяху. Та же постиже его кончина си цивим образом. Понеже уже упразни се от многих браней и мирно имееше пребывание, восхотел бы видеть и област свою, и нача проходить и гради и страны русийские земли, и обычни от них дани взимати. Приди же и к древлянам, и воспомину прежнюю злобу их, яко в начале княжения его отступиши от него древляне, и едва бранью паки ему бейше покорени, то го ради усугуби на них дань и отягути их. Они же опечалившись се советуваше с князем своим малдитом, и же и нискини нарицаше се глаголаша. Аще волк повадице к овцам, то поедино и относя все стадо пояст, до нележе не убиют его. Сице и мы аще не убием Игоря, то он всех нас погубит. Так усовещавши се искаху подобне времени. Егда князь Игор приятуй от древлян дань от слав Киев, а сами ще у них устася с малою дружиною, тогда они время себе угодно и получивши, нечаянно на него нападоше и посекоше дружину его, и самого обише под градом своим коростенем, и погребоше его тамо. Таково бъйст скончание великого князя Игора Руриковича, доброго землеросийския владетеля, окресним же народом страшного. Поживе на княжение по смерти песто на своего Олега, самодържавствуя 32 лета. Услышавши же великая княгиня Ольга в Киеве о убиении мужа своего, плака се по нем зело с сыном Святославом, також де и все люди киевсти и плакаху. А древляне по убиении великого князя Велия приемши дерзновение, усоветуваше пояти княгиню Ольгу своему князю Малдиту Нискине, в жену. А Святослава наследника Игорева мала суща отрока тайно некако умертвити, да тако князь их всея Русии будет обладатель. И послаше немедленно в Киев ладиями мужей нарочит их 20 к Ольге, ово молящи оно и да изволит князю их супрещися, ово же, а ще бъй не изволяла, претяще, да и по нужде буде жена владетелю их. И шече потем в одним посланни мужи, достигоше Киева и присташе к брегу. Слышавши же княгиня Ольга о пришествии их, призва их к себе и рече к ним. Добре ли придосте гости честнии? Они же рекоша, добре придохум. Рече княгиня, глаголите обо часо ради к нам придосте. И рекоша мужи, послан нас древлянская земля к тебе, рекущи сице, да не гневаеше се, яко мужа твоего обихум, бяше бо муж твой, яки волк разхища и грабя, а наши князи добри суть, яко разпространише древлянскую землю, и нынешний наш княз лучший ест паче Игоря, кроток, любовен и милостив ко всем, млад летей и лицем красен. Пойди оботай за нашего князя, да будеше нам госпожа, и не токмо земли русийския, но и нашия древлянски обладателница. Ольга же отаевае жаление свое и болезен сърдечною по муже, притворно же лице светло являе и им рече. Любезна суть мне словеса ваша,
ибо не можемо Его уже не воскресити, во вдовстве же пребывати небезбедно есть, не могу як уже подобает управлять толикое княжение жена сущи, а сын мой еще мало от рук есть. Пойду бы доброхотно за князя вашего млада суща, ибо я еще не стара есм. Но идите ныне, почите в ладьях ваших, утро же призову вас на пир честен, и Боже сотворю вам, да все увидят вину пришествия вашего и мое соизволение, и потом иду к князю вашему. Вы же, когда утро приидут от нас послани и звати вас к нам на пир, веште, как у имате соблюсти чест пославшего вас князя и вашу, да им же образом придосте к Киеву, сице и к палате пирной приидете, в ладьях носими от киевлен на главах, яко да все видят вашу честность, и познают мою к вашему князю любов, и я же ради велию честью пред людьми моими почитаю вас. Они же рады быши и едоши владии своя. Княгиня же Ольга мыслише, каковою смертью погубить их, мстящи за убиение мужа своего. И повелев ту ночь скупати яму глубоко во дворе княжем, и же бевне града, и деже и палата бяше прекрасна. Там обуславному пиру готовише се место. И бывше утро, посла княгиня честные мужи и звати сватов на пир. Они же яко безумнее сидящи в ладьях глаголаша. Мы не пойдем пеши, ни на конях, ни на колесницах, но яко же прислани сме от великого князя нашего в ладьях, так у нас и несите на главах ваших к княгине вашей. Киевлени же посмеявши се безумию их рекоша. Княз наш убиен есть, а княгиня наша за вашего идет князя. Есмы ныне яко невольны, творим убо повеленное нам. И посадивши их в малые ладейцы по единому, не соше дмящихся и гордящихся. Егда принесени бывши на предречении двор княжи, смотрящи на то княгиня Ольга из палаты, повеле их вовръщи в яму глубоку, их ради уготованную. И пришедши сама к яме, и приникнувши в ню, возва глаголя, «Угодна ли вам есть честь сия?» Они же вопияху, «О, горе нам! Игоре убихум и добра не обретохум, но паче получихум злая». И повеля Ольга засыпать их живых землею в той яме. Се сотворивши великая княгиня Ольга посла скоро гонца своего к древлянам глаголя. Аще поистине хощете за вашего князя поятимя, то послите ко мне людей множейших и нарочитейших паче первых, да с честью ведут ме к князю вашему. Пришлите же их немедленно, прежде даже не удержат ме киевские люди. Древляне же звели ее радостью и чтанием послаша к ней изряднейших мужей 50, и же бяху по князи начальнейши и старейшины земли древлянские. Егда ти к Киеву придоша, повеле княгиня Ольга уготовать их ради баню велию, и посла к ним моля их да первые по труде путным измыются в бане и почиют. Потом к ней да приидут. Они же радующи се внедоша в баню. Егда на чаше мытися, аби е приставлени и на то слуги извне утвърдише крепко двери затворения и обложивше баню соломою и хврастием по повелению княгини зажгоша. Изгореша с банею все вельможи древлянские слуги их. И паки посла Ольга гонца своего к древлянам, возвещая скоро и свое пришествие к князю их в супружество, и веля да приуготовят медов и всякого питья и пищи на том месте, и деже обише мужа и я, яко да пришедши к ним первые мужу своему первому, прежде второго брака, сотворит тризну, сиест, поминание и пир по обычаю поганскому. И потом да будет брак. Древляне же сему ради быша, и абия вся уготоваше изобильно. Великая же княгиня Ольга по обещанию своему со многими людьми не тако на брак, як уже на брань уготованными, пойде к древлянам. Егда к стольному их граду к уростеню приближашеся, изидоша в сретение ея древляне, украшени светлыми одеждами, ови на коних и ниже пеши, и прияше оною с великою радостью и с весельем. Она же иде первой на гроб мужа своего, и плака се над ним плачем великим, и совершивши по древнему поганскому обыкновению тризну или поминание, повеле над гробом усыпати могилу велику, и рекоше к ней древляне, «Госпоже княгиня, мужа твоего обихум, яко не милостив к нам бяше, аки волк хищни, те же милостива еси, яко же и наш князь, и поживем ныне во всяком добре». Отвеща к ним Ольга, «Нес мне уже печали о первом муже, соверших бо над ним, я же подобаше совершити. Време же да иду на вторый брак, веселящи се ко князю вашему. Та же вопрошах у древляне о послах своих первых и вторых.
— отвеща им княгиня. Идут по нас и не им потем со всем моим богатством. Посем Ольга, отложивши плачевни одежди, облече се в брачния светло я, яко же подобает княжеской чести, и показа се бъйти радостни и весела. И повеле древлянам ясти и пити и веселите ся, своим же людям повеле да служат древлянам и едят с ними, но да не опивают ся. Егда древляне все опиша се, внезапо повеле княгини людям своим, оружие на то уготованное ими мечи, ножи и копиями избивать и древлян. И паде избиенных, яко до 5000 и вящи. Тако великая княгиня Ольга, веселие древлян, разтворивши кровью и убиение от них мужа своего отмстивши им, возврати се в Киев. Во второе же лето, собравши Ольга воинственную силу, пойде на древляна и с сыном своим Святославом Игоревичем, наставляя его к отмщению отеческие смерти. И заедоше же и древляне противо им с немалою силою, и с немше се бише се крепко обе страни, и одолеше киевляни древлян, и гнаше их се куще даже до стольного града Коростения. И затвориша се древляне во граде своем, а Ольга ратуваше на них целый год, стоя под градом неотступно. Видящи же, яко неудобно есть взяти града ратними приступами, вдаде се премудрия княгиня к хитростному промислу, и послах затворившимся в ограде глаголя. Почто безумни и хощите гладом измрете, не изволяюще мне покорите ся, а и ние уже вси града и ваши мне покорише се и дань даша, и пребывают прочие без страха в оградех и весех, делающи нивы своя. Они же рекоша, хотели бы и мы покорите се тебе, но боим се да не мстиши на нас за князя своего. Ольга же пак и посла к ним глаголя. Уже мстила многожды и на старейшинах ваших и на прочих, а ныне не мести, но покорение вашего и дани требую. И изволиша древляне дати ей дан, каковую сама восхощет. Ольга же рече к ним. Вем, яко ныне обнища сте отбрани, и не можете мне дати дани медом, ни воском, ни кожами, ни жейними киими изрядными вещми. Не хощубо и аз отяготити вас большими даньми, но мало некой дан дадите мне в знамение вашего покорения. Дадите по 3 голубя и по 3 врабия кижду от дому своего, и довляет мне видящи ваше покорение. Древляне же дан си юни вочто вмениша, паче же и поругаше се разуму женскому, и аби извелим чтанием собравши от кой гож до дому по 3 голубя и врабия, послаше к ней с поклонением. И рече Ольга ко пришечим к ней из града мужем, «Се уже покористи се мне и сыну моему, живите оба в мире». Аз же заутра отступлю от града вашего и отиду во своя си. И так отпусти мужа и оних. И возрадуваше се вси и живограде, слышавши таковая словеса княгини. Ольга же раздаде птица и воям своим, повелевши, да в вечер позден, кое муж до голубю и врабю огън с серою в малых платах устроены и привяжут, и всех купно на воздух пустят. Се може бъйвшо, летеше птица и ко граду от онудоже взята и бъйша, и влете кижду голубо в гнездо свое, и кижду враби и в место свое, и абия на многих местах вожже се град. А Ольга в то время повеле воинстве и свои сили от всех стран приступите к граду и ратувати. Люди же градсти не могуще стерпети огня, из града бежаше и впадаху в руце супостат своих, и тако взят бъйст град, и избиено безчислено е множество народа древлянскаго, и ние же с женами и детми в огни сгореша, и ние и в реце, я же под градом и стопоша. И в то време и князь их древлянски погибе, а и же осташе се живи, от тех множеше и в плен отведоше ся. А прочи их последнейших остави княгини жити на местех их, дан тяжко и на них наложивши. Сице великая Ольга преславно отмсти древлянам смерть мужа своего и всю древлянскую землю себе покори, и к Киеву с торжеством возврати ся. И управляше всеми странами российские державы и не яко жена, но яко муж силен и разумен, монаршески владеющи и противо супостатов крепко ратующи. И бъйст врагом страшна, своим же людям любима, яко добронравна и милостива, никого же обидящая, судей праведна и творящая, наказание с милосердием налагающая, добрым воздающая почест, злым страх». Комуждо поделом и достоинство возмеряющая и во всех делях и управлениях благосмотрелива и премудра. И ще же и нищия и убогия и скудния ущедряющая, кищущи милости и благопреклонна,
моление скоро слушающая и прошение праведное исполняющая, и вся дела я, аще и в безверии поганском творимая бяха угодна Богу, и христианские благодати достойна. И ще бо ко всем си ми житие воздержно и целомудрено имееше, ибо не воскоте посягнути за инаго мужа, но пребиваше во вдовстве чистом, соблюдая скипетр монархии Русийско и сейно своему цел даже до возраста его. Возрастчу же и возмужавшу сейно я, вручи ему все великого княжение управление, а сама от всех попечений молв упразднившися, живяше прочее безпечально от благотворений непрестающи. Егда же приближи се время благоприятно, внеже приблаги Бог Русиен, неверием ослепленни, хотяше просветити светом святые веры и в познание истины привести, и на путь спасения наставити, благоизволи того просвещение начатки сотворити немощным со судом женским, сею блаженную Ольгою, на посрамление мужей жестосердих. Яко же бо прежде женами мироносицами воскресение свое проповеда и женою Еленою царицею честной на нем же распяся крест от недр земных всему миру яви. Сици и потом в земли Русийской дивною женою, новою Еленою, княгинею Ольгою, веру святую наседите изволи. Обрете бо оною со суд избран при святому имени своему, яко да пронесет е в Русийских странах. Во сия обув сердце я зарю невидимия благодати своя я, отверзая умная ея очеса к познанию истинного Бога, его же не знаеше. Уже бо уразуме прелест и заблуждение поганского нечестия, явственно ведеше той, яко идоли, их же безумни человеци почитаху не суди Бози, но дело рук человеческих бездушно е, че со ради не токму не почиташе их, но и гнушаше се ими. Права го же богопочитания, аки добри и купец многоценного бисера вседушно искаше, его же и обрети сице. Смотрением Божиим наставляема слышу от неких, яко един ест Бог истинный, творец небо и земли и всея твари, в него же веруют греци, и кроме того не истина го Бога. Она же истинна го богознание желанием возбуждаема, яко не ленива, восхоте самайтити к грекум, и своими учесе и видите чин службы християнския, и совершенно уведете я же о истинном Бозе. Поемши обо с собою неки от русийских нарочитых боляри и дворян, пойде со многим имением в кораблях к царю граду, и прията бы истаму с великою честью от царя и от патриарха, им же и дары и многи, такова их лиц достойния принесе. И получаше се там вери християнстей, повсядни послушающи со усердием словес Божих и присматривающи се красотам церковним, пеню же и всему чину християнского благочестия. И разпаляше се сердцем в любов Божию, веровавши в него несумненно, и желаше прияти святое крещение. Греческий же цар в то время вдов боевый, хотяше оною пояти себе в супругу, ово бо красотою лица я побеждаше ся, ово же благоразумием тоя и славою, и храбростью, и широтою държави русийских стран возбуждаше ся и рече к ней. Достойна е си тъй, о княгиня Ольга, християнскою царици обайти, и с нами купно всем стольном царства нашего граде обитати. И глаголаше ей о супружестве. Она же являше се бъйти, яки не отрицающа е се супружества царева, обаче первие крещение просеше глаголя. Крещение ради света го приидох семо, а не брака ради. Егда же крестите ме, тогда о супружестве възглаголите. Нест боле по нечестиво и некрещено и жени ти за християнска го мужа. И тщаше се цар вскоре крестити оною. Патриарх же получив оною доволно, я же о свете и вере огласи ко крещению. И егда уготована бъи с цвета го крещение, купель, моли Олга, да сам цар будет възприемник и я от купели святея. Инако бо нехощо рече крестите ся, а ще не сам цар крестни отец не будет, и отейду отсюду без крещения, въй же ответ Богу воздадите от души му ей. Соизволил бо цар желанию ея, и крещена бо ист блаженная Ольга от святейшего патриарха. А сам цар сотвори се отец ей в крещении, възприема оною от святые купели. И нарекоше ей имя Елена, яко же и первая в християних царица, матер Константина Великого Елена бъйст именованна. По крещение же, святейший патриарх Литургиса в пречеститую божественных тайн пречистого тела и крови Христовой и благослови оную глаголя. Благословена ты в женах русийских,
яко оставила еси тьму и взискала еси свет истинный. Много Божие идолское возненавидела еси, единого же истинного Бога возлюбила еси, смерти вечни избежала еси, живот же бессмертный тебе обручила еси, оцеле блажитите начнут все руси исти и сейни. Сицею патриарх благослови. Крестиже се же при ней и от пришедших с нею мнози обоего пола, и бе ист радост в царе граде окрещение великия княгини Русийския, и сотвори цар пир вели в той день. И веселяху се славещи Христа Бога. Посем пак и бе ист беседа царева к Ольге, наречено и во святом крещение Елена, обрат се, и отвещаемо блаженна Елена. Како можеш и медщери твою крестную пояти тебе в жену? Ибо си е не точил в законе християнстем, но и в поганстем скверно ести отметно. Отсуд щер свою в жену себе имети. И рече к ней цар, прехитрила ми е си, о Ольго. И пак и блаженна е Ольга к царю глагола. Рекох тебе и прежде, и ако не того ради придох сему да царствую с тобою, довлеет бо мне и русийская монархия с сином моим, но да уневещу се безсмертному царю небесному Христу Богу, его же всею душею моею возлюбих, яко да и царствие его вечно господоблюся. Тогда цар остави в тщетное желание свое и плотскую любовь, возлюбию духовную любовью, яко дъщер свою, и дав ей дари велики отпустию с миром. Она же отходящи из царя града, пойде к святейшему патриарху прияти в путь благословение и рече к нему, помоли се к Богу святейший отче земя, возвращающую се в свою страну, и деже сын мой в поганском заблуждении пребывает, и все люди в древнем нечестии утверждении окаменени суть. Да избави тубомя таму Господь от всякого зла твоими святыми молитвами. Патриарх же рече к ней, дъщи моя о святом дусе верная и благословенная, Христос в него же крещением святым облекласия си, той сам да соблюдет те от всякого зла, яко же соблюден Ноа от потопа, Лота от Содома, Моисея со Израилем от фараона, Давида от Саула, Даниила от уст львових, Триех отроков от пещи. Тако и тебе да избавит от всякия напасти. Благословенна бой си ти в роде твоим, и блажити те будут внуки и правнуки твои в последние лета. Сицево благословение от святейшего патриарха блаженна Елена прия паче всех дражайших даров, купно же прия и поучение о чистоте и молитве, о посте и воздържание и о всех добрых делях богоугодному християнскому житию подобающих. Еще же прия от него и честный крест, и святые икони, и пресвитери, и клирики, и книги, и прочие свещенние вещи, и отиде радуя си во своя си. Повествует се же и сие, яко крест честна его же она от рук святейшего патриарха прия, имееше надписание си цевое. Обнови си русийская земля к Богу святым крещением, еже прия блаженная Ольга. Той крест, по блаженной кончине святые Ольги, хранимый бъист верными, по ней оставшимися, долет великого князя Киевского Ярослава Владимировича, и же создав великую и прекрасную церковь святые Софии, постави в ней крест он и в алтаре на десной стране. Нейне же уже не обретается, ибо многократными разорений Киев со святыми яже в нем церквами опустошаемы и бойваши. Но пак и на повествование о святей Ольге обратимся. Пришедши в Киев новая Елена, великая княгиня Ольга, начая ако солнце светом веры и тому идолского нечестия прогоняти и омрачения просвещати, и созда первую от себе церковь во имя святаго Николая на Оскольдовой могиле и многие от киевлян ко Христу обрати. Но сей на своего святослава никак уже можаше привести в разум истинный и в познание Бога. Не внимаше бо той словесемия, понеже все упражнение го бъйств в воинских делях. Бяше бо муж храбр и любя и брани, и все житие свое боле в полце хиратех, неже в доме провождаше к матери же, получающе и увещеващи го глаголаше. Аз ще приму християнско и веро и крещение, то отступят от мене боляри мои и воеводи и все люди, и не будет мне с кем сопротиво супостат ратувати, и отечество наше защищати. Тако княз Святослав отвещаваше, хотящим же крестите си не възбраняше, но не мнози бяха от вельмож приемлющи и святое крещение, паче же и крестившим си ругаху ся. Неверним бо вера християнска и юродство ест, а от проста го народа множество прилагаше се ко святей церкви. Пойде же святая Ольга и в Великий Новград,
и в прочие гради и държави своя, и всюду елико мужаше, привождаше людей ко Христовой вере, и сокрушаше идолей, на местех же их поставляше честные кресты, от них же потом много знамения и чудеса суделуваху се во уверение неверних. Прииде же и в то отечество свое, в нем же родися, в Вес Войбудскую, и получи там сродни себе люди по знанию Бога. Егда же во стране той прииде к брегу реки Глаголемо и Великой, от юга к северу текущей, и бъйст противото го место иде же в реку Великою и ная река от востока текущая, Пскова нарицаема е впадает. Бяше же тогда на месте хоних лес велик и добрава и многи. Видео бон пол реки от востока три пресветлие лучеи с небесе на та места сходящия и осиевающия. Не точи уже сама святая той чудный свет виде, но и все с нею бывшие. И возрадува се блаженне вельми и благодари Бога о преславном том видении, еже предзнаменуваше ей просвещение благодатью Божией от оя страны. И обративши се к своему синклиту, пророчествува глаголя. Разумно вам да будет, яко изволением Божиим на сем месте, тресятельне и милочами осяваемом, имать бъйти церков пресвятые живоначальни троицей, и град велики славен, и во всем изобилен имат создати ся. То рекши, помоли се довольно к Богу, и крест тамо постави. Ес же и до нейния храм молитвене и на том месте, на нем же водрузи крест Ольга Святая. Обшече же многие русийские гради и проповедница Христова возврати се в Киев, и много я в нем благая обозе суделуваше. Аще бо в неверие бъвши изпълнена бяше дел добрих, кольми паче верою святою просветивши ся, украшаше се всякими добродетелями, тщащи се добре угодити новопознанному Богу, Создателю и Просветителю своему. Воспомину же о видении оно меже виде при реце Пскове, посла тамо злата и сребра много на создание Церкви Троици Святей, и повеле при ней людям населяти ся. И не в дългом времени бъйст град Велик Псков, от реки Псковой нарицаемой, и прославляше се в нем имя Пресвятые Троицей. В то время великий княз Святослав, оставивший матерь свою Ольгу святую в Киеве, а с нею и дети своя, Ярополка, Олега и Владимира, иде на Болгарей. И воева в землю их взя градов 80, и в стольном их граде Переяславци возлюби жити. А блаженная Ольга, в Киеве прибывающие внуки своя дети Святославли учаше християнской вере, или кумощно бяше детям разумети. Обаче крестите их не дерзну, да не нечто зло сотворит сейни я не покоривай, и остави на воли Господни бъйти им. Медлещо же Святославов Болгарих приидоше печенеги нечаяно на киевския пределы и обступивше град Киев ратуваху на него, в нем же святая Ольга с внуками своими затворися, но не можаху взяти града. Господь борабу свою верную храняй, защити град от супостатов молитвами и я. Уведав же и Святополк в Болгарих нашествие печенегов на Киев, подща се скоро прийти с силою своею, и нечаяно нападе на печенежские полки и порази их, и прогна далече, и вшед в Киев целова матер свою, уже болно сущую, и пак и хотяше оставить ее и идти в Болгарий. И глагола к нему плачуще блаженная Ольга. «Почто оставляеше ме, сыне мой, и каму грядеше? Чужих ищтя свое кому вручаеше? Чада бо твоя еще малый суть, аз же стара и больна, и уже чаю скорые кончины моя я, и отшествие моего к желаемому мне Христу, в Него же верую, и уже ныне, не учесом же ином пекусе токму о тебе печалую, яко много те учих и молих оставить нечестие идольское и познати правого Бога, его же аз познах. Ты же не брегли си осем. И вем, яко за твое еже ко мне непослушание ждет тебе на земли недобрый конец, а по смерти некончаемая мука, уготована и неверним. Ныне же понеси я последни изпълни прошение мое, не отходи никаму же, донде же аз от жития си го отиду и погребена буду. Тогда идеше, а може възхождеше. По представление же моем да ничтоже творите надо мною по вашему поганскому обичаю, но пресвитери и мои склирики да погребут грешно и мое тело, яко же обичай ест християном. Могила и же надо мною да не дързните усейпати, ни тризни творите. Но после злато в цар град к святейшему патриарху, да той молитво и приношение к Богу совершито души моей
и да учредит милостыни у нищих. То слышав Святослав, плака се вельми, и вся повеленна от нея сотворити обеща ся, токмо вери света и отрицаше ся. И по триех днех последния изнемогаше блаженная и причисти ся божественных тайн пречиста го тела и животворящия крови Христа Бога нашего, и вся в прилежном бъйст молении к Богу и к причистие Богородице юже всегда по Бозе помощницу себе имееше. Так ужде призиваше вся святая, а наипаче о просвещении по ней земли русийския молитву дееше, прозряше бо будущая и множици уводни жития своего пророчески предглаголаше, яко просветит Бог люди русийския, и мнози от них будут велици и святии, че само вскоре сбъйти се просяше от Бога при кончини своей. Еще молитве сущи в устехия, честная е я душа от союзов плотских разреши ся, и в руце Божие, яко праведная в ниде. И тако пресели си от земних в небесная, и сподоби се чертога безсмертного царя Христа Бога, и перва я от земли русийска, я света и лико святых причтеся. Представи се же блаженная Ольга, во святом крещении наречена Елена, месец Юлия в первый на 10 день. Поживе в супружестве от девства своего 42 лета, а прежде супружества бяше девица совершенного возраста и силы, яко близ 20 лет имущая. По смерти мужа своего в 10-е лето сподоби се святаго крещение, по крещение же богоугодно поживе 15 лет, всех же лет жития ея близ 90 бяше. И плака се по нея великий княз Святослав сын ея, и внук ея, и боляри, и сановницей, и все люди я плачем велием. И погребена бъйст честно по обычаю християнскому. По представлении же святая Ольги сбъйше се тоя проречения, я же о злой кончине сейновней, и о добром просвещении земли русийския. Сын боя я Святослав не по многих летих, яко же о том преподобний Нестор Печерский пишет, от князя Печенежского, коря нарицаемого, в брани убиен бъйст. И от се, кто е печенежски княз главу Святославлю, сотвори кост главную чашею себе, обковав оную златом, и написав на ней словеса сия. И щай чужда го, свое погубляет. И пияше и стоя чаши с вельможи своими, егда пируваша. Так у великого князя Киевского Святослава Игоревича, храбра и непобедима в браних бывшего, злая постиже кончина, по предречению матери его, яко непослушлив е и бяше. Изпълни се же тоя пророчествие и о земли русийской. Пришечним бо по представлении ея 20 летам, внук ея Владимир крещение святое прия, и вся русийская страна и верою святою просвети. Создав же церков каменную во име Пресвятые Богородицей, нарицаемую Десятинную, яко даде в ню Владимир десятую част от имений своих, и советував со святейшим Леонтием митрополитом Киевским и же бъйст по Михаиле, изят от земли честные мощи святые Ольги бабой своей целый и нетленный, и благоухание исполненный, и принесе их с великою честью в ту пресвятые Богородицы и церков, и не под спудом, но яве положи их, притекающих ради к ней с верою и молением своим исполнение получающих. Много е бо исцеление всяким недугом от честных тех мощей подавахуся. Не подобает же прийти молчание мисие. Бяше над гробом ея в стене церковни оконце, егда кто с верою несумненною прихождаше к святым ея мощам. Оконце то само собой отверзаше ся, и яве бяше таковому извне стоящему видите оконцем внутре лежащие честные чудотворные мощи, от них же и сиянию некоему чудному исходите зримо бойваше достойним такова го зрение. И ецем же, кто от имеющих веру недугому държима и бойваше, здравие получаше абие. А иже прихождаше с маловерием, не отверзаше се ему оконце, ниже муще и святых видите можаше, аще бъй и в самую вшел церков, то чу гроб зряше, таковы ниже исцеление можаше получити. А верующи и вся, я же на пользу душами телесем их получаху молитвами святые праведния Ольги, наречения в просвещении Елены. Благодатью же Господа нашего Иисуса Христа, и муже слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Амин. В которое лето, при котором царе греческом и от коего патриарха Ольга Блаженная прия святое крещение, о том нест совершенного известия,
понеже в историях и летописаниях много и разногласие обретается. В прологе пишется, яко крести се Ольга при царе Йоанне Цимисхии от патриарха Фотия в лето Байтия Мира 6463, сици в рукописных четиях обретается. В книге правил святых отец, нареченную Кормчия, в царство благоверного царя Алексея Михайловича, в патриаршество же святейшего Никона в Москве печатаной, на листе 8 о крещении святые Ольги пишется, яко бе в царство Йоанна Цимисхия, в патриаршество же Василия Скамадрена. Преподобный Нестор, летописец Печерский и Киевский, сказует, яко великая княгиня российская Ольга крестися в царство Константина, и же бе осмыто го имени, прозываемый Багренородный, сын царя Льва Премудрого, в патриаршество же Полиевктово. Георгий Кедрин, историограф греческий, в своем синопсисе крещению Ольги святые сказует быть и в царство Константина Багренородного, сына Львова, в патриаршество же Теофилактово. Так уж да и другие греческий историограф Иоанн Куропалат, в царство Константиново, в патриаршество же Теофилактово крещение Ольги российские книги не воспоминает. Еще же и третий грек Иоанн Зонарус, Теофилакта патриарха, сказует быть и в то время, егда крестися Ольга. Такова го ради разногласия не дръзнухом в крещении святые Ольги написать имени царева ни патриархова, судихом же зде положить и ряд царей и патриархов в лето оные бывших сице. В лето от сотворения мира 6366-е, от Рождества Христова 858-е, цар Михаил сын Теофила и Теодорий изгнав святейшего патриарха цареградского Игнатия возведе на престол Фотия. В лето 867-е, цар Михаил убиен, по нем настана царство Василий Македон. Той, изгнав Фотия с престола патриаршего, пак и Игнатия святаго на престол возврати. В лето 878-е, Игнатий святей представи сия, Фотий пак и престол прия изволением царя Василия Македона, от сего царя Василия и от патриарха Фотия прислан бе архиерей в Русию, и же вложи Евангелие в огън и не сгоре. А в то время княжение име в Киеве Олег, с младым Игорем Руриковичем. В лето 886-е цар Василий Македон умре, наста понен сын его Лев Премудрий, и пак и Фотий от патриаршества изгнася, прияже понем престол Стефан, брат царев. В лето 888-е Стефан патриарх умре, Анатолий наста. В лето 890-е Анатолий умре, наста Николай Мистик. В лето 901-е Николай от патриаршества изгнан, и в тими же духовник царев на престол возведен. В лето 903-е Ольга сочетана бе с браком великому князю Киевскому Игорю Руриковичу. В лето 911-е цар Лев Премудрий умре, наста по нем сын его Константин, осмито го имени, прозиваемый Багренородный, патриарх же и в тими изгнан бе со престола, а Николай Мистик пак и на престол возвращен бъсть. По Николая бе патриарх Стефан Амасийский, по Стефане Трифон, по Трифоне Теофилакт. В лето 954-то е Теофилакт патриарх умре, наста Полиевкт царствующо Константину Багренородному. В лето 955-то е великая княгиня Киевская Ольга прия святое крещение в Цареграде. В лето 960-то е Константин Багренородни умре, по нем сын его Роман цар бъст, по Романе Никифор, прозиваемый Фока. В лето 969-е святая Ольга представися. В то же лето цар Никифор Фока убиен бъст, прияже царство Йоанн Цимисхий. В начале царствования его Полиевкт патриарх умре, наста по нем Василий Скамадрен. Зде всякий изволяет да рассмотрит и видит, кто бяше цар и кто патриарх во время крещения Ольги святея. Конец жития святые праведния великие княгини российские Ольги.